До Ізраїлю приїхала американська броня. Допомога прибула в рамках допомоги Ізраїлю в боротьбі з Хамас. За повідомленнями Міністерства оборони країни, бронетехніка зі Сполучених Штатів замінить пошкоджену у боях з терористами. Прибувають і світові політики. Слідом за Джо Байденом напередодні до Ізраїлю вирушив Ріші Сунак. Ну а його підлеглий з МЗС Джеймс Клеверлі торує стежку для мирного врегулювання у Єгипті. Детальніше про останні події в Ізраїлі поговоримо просто зараз з Авраамом Шмулевичем, ізраїльським політологом, істориком. Пане Аврааме, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, насамперед, яка ситуація на тепер? Чи відомо щось нове про долі заручників ізраїльтян? Ні, про заложників нічого не відомо. Єдина інформація, яку опублікував Хамас, це відео французької дівчинки, подростка, тобто єврейської дівчинки, яка французьке громадянство, але це було дня три назад, і, по мненню експерта, це відео було знято 6 днів до того. Тобто достатньо давно ні один із міжнародних наблюдателів, представителів Красного Креста і так далі, у заложників не було. Вони, кстати, особо цього і не требують. Цар разбросала над Газой листовки, предлагая вознаграждение в $250 000 тому, кто принесет какую-то информацию о заложниках. Предполагается, что они находятся в подземельях, которые Хамас вырыл под Газой в систему туннелей. Несколько трупов заложников, в том числе женщины 80 лет. Там была одна из уничтоженных семей, бабушка, которой было 80 лет, страдавшая деменцией, ее внучка 13 лет, больная аутизмом, и родители в аутическом спектре. Родители уехали, оставили их, значит, утром домой, их захватили как заложников, но вот трупы их были обнаружены на территории Газы, то есть, видимо, их сложно было, так сказать, везти, да, их просто расстреляли. Еще несколько трупов заложников, ну, тех, которых увели в Газу, тоже Цаэль смог обнаружить и вывести, но о живых заложников ничего нет. Единственное, что Цаэль сказал, что, по его мнению, значительная часть заложников все-таки остались в живых. В первые дни было сведение, что 50%, половину из них уже расстреляли. Хамас также объявил, что он будет расстреливать по два заложника в день, если не прекратятся бомбардировки, но, по-видимому, не выполнил эту угрозу. Дальнейших сообщений не было. Это то, что известно на данный момент. В Газе находится больше 200 человек. Примерно 30 из них дети. Это также оценка. И достаточно много иностранных граждан, которые были захвачены на этом музыкальном фестивале. Але тим не менше, якщо подивитися світові ЗМІ, то головною темою залишається, от в контексті ізраїльської війни, залишається вибух у шпиталі у секторі Гази. Що відомо про це на тепер? Ну, які версії існують щодо причин? Ну, уже можно сказать, что известна причина, во всяком случае, ее официально это подтвердил президент Байден, руководство Англии. Сейчас было опубликовано сообщение французской разведки, что этот взрыв, во-первых, число жертв не 500 человек, а от 30 до 50, это как версия французской разведки, которая была только что озвучена, что это ракета, которую запустил Хамас, она предназначена была вообще для Хайфы, она просто упала, от нее отвалился мотор, она упала на территории парковки госпиталя. Это то, что заявил Израиль с самого начала, представив доказательства, в том числе перехваченные разговоры боевиков, которые вот говорили. Ну, примерно то же самое, что было с Боингом. Помните, как малазийским Боингом, когда боевики говорят, вот какую ошибку мы допустили. Буквально те же самые слова, только на арабском. Вот, так что в этом смысле сказать, что правда уже установлена. Ну, проарабские, российские СМИ и так далее, пророссийские в мире, раскручивают версию то, что виновен тут Израиль, но цивилизованный мир этому не верит. Но я хочу сказать, что на самом деле, даже если бы это была российская, израильская ракета, да, то вина бы все равно лежала на Хамасе. Потому что с точки зрения международного права, во-первых, размещать пустотные остановки ракет рядом с больницей, вообще жилой застройки, что делает Хамас, это международное преступление. И кроме того, все жертвы агрессии ложатся именно на ту страну, которая развязала агрессию. Скажем, когда украинская артиллерия обстреливает какие-то российские позиции, там, российские города, если гибнут даже какие-то непреднамеренные российские граждане, виновата в этом все равно. Никто не обвиняет Украину, естественно, потому что если бы Россия не напала на Украину, не было бы этих жертв. То же самое здесь. Если бы Хамас не вторгся на территорию Израиля, Хамас — это де-факто независимое государство,
государства. Не было никаких жертв, в том числе больниц. Но, повторяю, это уже установленный факт, что туда попала ракета Хамаса. Вообще порядка четверти ракет, которые они запускают, падают там, не на территории самого сектора. Вот. Так что в этом смысле попытка отвлечь внимание от тех преступлений, которые совершил Хамас, и от этой агрессии, по-видимому, не удалось. Но будут еще какие-то попытки. Мы к этому привыкли уже. І тим не менше, інтернетом шириться от просто хвиля зараз про палестинських там відеоматеріалів, коментарів. Чи вважаєте ви, що це позиція, яку висловлюють деякі журналісти, в тому числі і в Україні? Чи вважаєте ви, що Ізраїль таки програв принаймні першу фазу інформаційної війни, яка ну зараз без сумніву іноді ну не менш важлива, ніж реальна війна? Нет, эта информационная война ведется против Израиля уже много десятилетий. И я напомню, что Хамас выпустил до начала этой войны 20 тысяч ракет по Израилю из сектора Газы. Все эти ракеты были нацелены на израильские города, поселения, упали, так сказать, на гражданские цели, достаточно много было жертв. Международная пресса об этом молчала. Если вы посмотрите то освещение израильско-арабского конфликта, который придерживается значительная часть, не все, но значительная часть мировых СМИ, они откровенно антисемитские, откровенно антиизраильские. Треть всех резолюций, которые приняты ООН, они направлены против Израиля. Совершенно фантастическая картина. Есть, скажем, те же вопросы, которые... Внимание, которое международная общественность, так называемая, которую она обращает на палестинских беженцев. Вы понимаете, палестинские беженцы, они 80 лет назад, в 48 году бежали. Да? До сих пор, скажем, в ООН и даже в Американском конгрессе, в других структурах существует департамент по делам палестинских беженцев, которые бежали 80 лет назад, уже их потомки. В мире нет департаментов в ООН по делам украинских беженцев, например, или там курдских беженцев, или еще каких-то. То есть значительная часть СМИ, которые придерживаются левой антиповестки, проарабской или пророссийской. В прошлом эти СМИ кремлевские на деньги Советского Союза, сейчас многие из них получают помощь от Российской Федерации, да, но не только из арабских стран, из того же Ирана, они занимают откровенно антиизраильскую позицию. И мы к этому привыкли, в этом смысле Израиль борется один против значительной части мира. И те силы, которые организовали Холокост, уничтожение европейского еврейства, ну, они как живы еще в Европе. И есть достаточно много людей, которые хотели бы видеть нас мертвыми. Пане Аврааме, я вам дуже дякую за ваш коментар. Я висловлюю ну, просто невимовну тугу і співчуття ізраїльському народу. І особисто, я думаю, від нашої редакції. І я нагадаю, що да. Про оперативну... Я могу сказати, що в Ізраїлі дуже тепло восприйняли дійсно іскрені відношення українського народу. Тобто такі речі, які не купиш, да, не зробиш. Ми розуміємо просто, про що йдеться. Ми зараз дуже розуміємо. Да. Именно простые украинцы, которые выражают свои симпатии, это очень трогает. И я хочу поблагодарить украинцев, пожелать вам мира, но мира достойного, мира после победы. Навзаєм. Навзаєм, виключно навзаєм. Я нагадаю, що про оперативну ситуацію в Ізраїлі і про інформаційний аспект цієї ситуації, в тому числі, ми говорили з паном Авраамом Шмулевичем, ізраїльським політологом та істориком. Ще раз вам дякую і миру нам, і вам, і нам, і нашій країні, і вашій. Шалом, мир Иерусалима. Дякую.